Здравствуйте. Я по поводу квартиры. Вы размещали объявление. Квартира не сдается. Но вы же сами... Вы что, не услышали? Я не буду ее сдавать. Я готова прийти... Как вас зовут? Лена. Алло? Елена. Ладно, приходите. Когда? Когда удобно. Тогда давайте прямо сегодня. Допустим, в 5. И так долго ждали. Чего ждал? До свидания. Как интересно. А воспоминания ты тоже выбросишь? А если я захочу все повторить? Ты меня не остановишь. Чего ты хочешь? Сам знаешь. Перестань! А то что? Я тебя... Убьешь! Может, это тоже будет ничего? Что? До сих пор себя винишь? Ты опять инструмент трогаешь. Вредина. Тебе не стыдно? Не стыдно. Иди уже готовь завтрак, король джунглей. Хорошо, я пойду. Только скажи, а чем ваша светлость предпочитает позавтракать в наш день? О, меня запомнили. Раз так, то я хочу блинчики так. С кусочками банана. Ага. И все без коробки желательно. Хорошо, тогда позвольте откланяться для приготовления высокосветского завтрака а-ля Нон Скарлют. Извольте. Так, Лен, похоже, фирменный рецепт откладывается. У нас сахар закончился. Ну, блин, а я уже приготовила. Так это отлично, что ты приготовилась, потому что я знаю, кто за ним пойдет, пока я буду резать фрукты. Правда, Лен? Ладно. Так, Куша, а ты чего сидишь? Я уже 2 яйца закинул, ты если не поторопишь... Ну все, иду. Смотри, не порежься. Убери руки. Да и пожалуйста. Что сделал? Догадайся. Его ж там не должно быть. Правильно? Да это же смешно.
легко это сделаю. Ты меня так торопился, я забыла деньги. Не слышит. Сюрприз. Видишь, все так, как я говорил. Нет. Смотри. А все ж красивое попалось. Все приборы на месте, все в порядке. Вы что? Она даже не замечает. Пойдемте в гостиную, я вам там покажу все. Ну, в гостиную, так в гостиную. Такой же браслет. Как у кого? Как у моей жены. Был. А что с ней стало? Да, что с ней? Что? Я ее убил. Ты? Я тебя любил. Я устал себя винить. Наконец-то. Наконец-то.